1968 году Талгат Мусабаев окончил Алма-Атинскую среднюю школу номер 58. В феврале 1974-го получил диплом Рижского института инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности «Техническая эксплуатация авиационного оборудования». Устроился инженером в Бурундайский авиаотряд гражданской авиации. Осваивал летное дело. В 86-м получил летное свидетельство, а в 89-м окончил Ульяновский центр подготовки летного, диспетчерского и инженерно-технического состава авиации. В августе 90-го Талгат Мусабаев сел за штурвал самолета Ту-134 вторым пилотом. 6 марта 91-го зачислен в российский отряд космонавтов ЦПК ВВС. Общекосмическую подготовку совмещал с учебой в Актюбинском высшем авиаучилище. Получил диплом инженера-пилота. С детства, с 3 лет, я мечтал уже летать. А когда полетел в космос Юрий Алексеевич Гагарин, мне было 10 лет. И после этого я решил твердо, что я стану космонавтом. И, как видите, мечту свою исполнил. В свой первый полет Талгат Мусабаев отправился вместе с Юрием Маленченко 1 июля 1994-го. Мусабаев – бортинженер корабля «Союз ТМ-19» и орбитального комплекса «Мир». На станции они провели 125 суток, 22 часа, 53 минуты. За это время Талгат Амангельдиевич совершил 2 выхода в открытый космос. Общее время – 11 часов 7 минут. 4 ноября экипаж вернулся на Землю. Второй полет состоялся с 29 января по 25 августа 1998. Талгат Мусабаев, командир корабля «Союз ТМ-27» и комплекса «Мир». В экипаже бортинженер Николай Бударин и французский астронавт-исследователь Леопольд Эйарц. Экипаж. Капитан, теперь уже уменьшили до 2. Значит, дает марту. Работа на орбите заняла 207 суток, 12 часов 51 минуту. За эти полгода Талгат Мусабаев 6 раз выходил в открытый космос. Сразу после посадки Мусабаев начал готовиться к третьему полету. С космонавтами на орбиту собирался и первый космический турист, американец итальянского происхождения, 60-летний Деннис Тито. Настало время, когда нужно было вывозить первого в мире туриста в космическое пространство. И честь выполнить этот полет в качестве командира экипажа, международного экипажа, выпала мне. Товарищ председатель Межгосударственной комиссии, экипаж кристалла готов. 28 апреля 2001-го корабль «Союз ТМ-32» стартовал на орбиту вместе с Талгатом Мусабаевым, Юрием Батуриным и миллионером Деннисом Тито. Первые сутки полета назвали, значит, «The First Space Babysitter». Ну, то есть первая космическая нянька. Два слова. Да, бы назвали меня так. Ну, иначе я же его, ведь вы видели все на репортажах, иначе он же улетал, его это самое, я его к себе. За 7 суток, 22 часа и 5 минут экспедиции посещения космонавты провели немало экспериментов. 6 мая успешно вернулись на Землю. Шли в автоматическом управляемом спуске, но для того, чтобы компенсировать этот перелет, огромный перелет, да, пришлось траекторию загибать и таким образом повышать перегрузку воздействия на организм. И у нас была перегрузка более 7,2. Это очень редкая перегрузка при посадке на наших кораблях. Несколько минут, вот это вот на тебя, как будто ты лежишь, а на тебя встал слон и не уходит. Вот и вздохнуть невозможно, извините. Давай! О! Дай руку!
Great crew, great crew. Oh, oh, oh. 9 июня 2003-го Талгат Мусабаев покинул отряд космонавтов и возглавил боевую подготовку управления армейской вертолетной авиации, а еще через пару месяцев стал заместителем начальника военно-воздушной академии имени Жуковского. 30 мая 2005 года Талгат Мусабаев стал генеральным директором российско-казахстанского предприятия «Байтерек». А вскоре указом президента Казахстана возглавил Национальное космическое агентство Республики Казахстан. Герой России Талгат Мусабаев награжден золотой медалью «Народный герой Казахстана», орденом Австрийской Республики, медалью НАСА за космический полет, орденом Французского почетного легиона.